Они бросают передачу под ворота. Найт, еще раз Толчинский в ближний угол бросал. Подбор за Сошниковым. Каски, еще один бросок. 4-1. Оливер Каски. Здесь просто порвали. Других слов здесь подобрать нельзя. Уже все четыре игрока, оказалось, у Рижана находились на льду. И тот же Гудачик тоже уже просто лежал. Ну и сколько же ты показывал Каски, что готов бросать? Наверное, секунд 30 он так стоял. Сначала не получилось, но затем вывели его уже на пустые ворота. По сути, был отыгран Гудачик. Поэтому шансов у Юлиуса не было. Вот здесь передача на Найта, затем отскок на Толчинского. Ну и передача Сошникова, наверное, тоже крайне важный элемент в данном большинстве. У Никиты сегодня уже третье набранное очко. Там и Гудачик, я так понимаю, что торопился вот здесь ложиться. Он уже ждал бросок, хотел лежа его отражать. А там пошла передача, и он просто уже лежал. Собственно, и он лучший бомбардир среди защитников «Авангарда», один из лучших атакующих защитников лиги в целом. У него 9-я шайба в сезоне и 26-й балл за результативность.